В поселке Чакурдах Аллаиховского района состоялась встреча рыбаков. Обсуждали вопросы о состоянии дел в отрасли. По данным, по объемам квот, Аллаиховский луз занимает третье место по республике после Булунского и Устьянского районов. На территории улуса действуют две крупные родовые общины. Это производственные кооперативы «Русское устье» и «Аллаиха», которые ежегодно заготавливают по 300 тонн рыбы. Подробнее Анна Слепцова. В поселке Чакурдах Аллаиховского района состоялась встреча рыбаков Аллаихи с руководителем отдела по развитию рыбохозяйственного комплекса Государственного комитета по делам Арктики Тарасом Владимировичем Амосовым, где он рассказал об основных направлениях работы в рыбохозяйственной отрасли в республике, ответил на насущные вопросы рыбаков, в частности по государственной поддержке рыболовецких хозяйств, увеличении квоты и другим не менее важным вопросам, касающимся рыболовства. У меня такой вопрос, самый больной вопрос, это когда лет 8 назад закрыли Колымскую протоку, где мы рыбачим. У меня муж рыбачит уже 40 лет. Вот. Остались мы без средств на существование. Закрыли без основания. Выпустили правило, которое было 57-го года. И закрыли от начала протока Колымская до Яра, в общем, ближе к морю. Основания никакого нету. Почему закрыли, зачем закрыли? Мы вообще-то сетники, мы рыбачим на сетях, без невода. Ну, допустим, начнут исследовать в марте, начнут исследовать. Ну, летом не будут исследовать. Исследования там в ноябре, скорее всего, в декабре будут. И результаты уже будут только в 2018 году. 18. Ежегодно по Аллаиховскому району вылавливается около 700 тонн рыбы. В этом году увеличение квоты по вылову рыбы составило 10%. Увеличение коснется по отдельным видам рыбы, кроме омуля. Также в этом году увеличение ожидается по ставкам субсидий. Субсидируется рыба, сданная перерабатывающим предприятием. Мы планируем, что в этом 2017 году субсидия составит на чир, омуль, муксон 30 рублей на килограмм. На ряпушку, сик, пелеть, налим и щуку 40 рублей за килограмм. До сих пор не принят закон о любительском рыболовстве, поэтому существует мораторий на закрепление участков для любительского рыболовства. Для арктических и северных районов республики в правилах рыболовства были внесены некоторые изменения, но жители Арктики надеются, что в будущем учитываться и традиционный образ жизни северян. Анна Слепцова, НВК Саха, Аллаиховский район.